Так, ой, бля. Блин, настроение такое, кстати, хорошее. Я не знаю, почему. Лето. И арбалета, бля, чешется, не могу. Я тебя люблю. Котик, котик, котик. Ага, котик, нихуя у меня живут. Спрятать? У меня карман торчит. Лето и арбалета. Доброе утро. Доброе. Мяу. 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 Холодно. Ого. Охуеть. Доброе утро. О, Видас, привет. Лето. Лето и арбалета. Доброе утро. Всем доброе утро. У меня, правда, день уже. Но... За приватом пиши мне в личку. Лето. Я это, блядь, это, короче, вы поняли. Лето и арбалета. Стоимость привата 1000 рублей. Лето, арбалета. Ой, хочу. Опять. Почему так? Почему опять спать хочу? Ладно. Мне нельзя ничего показывать. Короче, меня заблокали в прошлый раз. И вот. Ближайшие, наверное, дня два. И нельзя ничего показывать. Лето, арбалета. Сегодня у нас что? На вторник. Лето и арбалета. Раскидываю лето. Лето и арбалета. Раскидываю лето. Привет, привет. За приватом пишем личку. Стоимость привата 1000 рублей. Видеозвонок 30 минут. Лето. Арбалета. Я нормально. Ты как? Привет, привет. Мужик. Какой ты мужик? Прям мужик? Давай, я тоже вас люблю. Лето и арбалета. Я? Твоя невеста? Нет. Нет. В привате видеозвонок. Лето. И арбалета. За приватом пишем в личку. Стоимость привата 1000 рублей. Лето и арбалета. Ой. Да, и в штанах. 10 желаний. Ну, уже не 10, наверное, я думаю, 5, потому что ну, дешево очень. Короче, видеозвонок — это 5 твоих желаний.
вообще длительность 30 минут, твои пожелания, твои хотения, в общем, буду тебя слушаться. Зачем? Не хочу ничего натягивать. В привате могу, если это будет одно твое желание, без проблем. За WhatsApp, Telegram, за номером надо оплатить приват. Напиши в личку, стоимость 1000 рублей. Лето и арбалета. А так я ни с кем не общаюсь. Ну, общаюсь там с пару людишек. Да, только 1000 рублей, потом не надо платить уже, не как раньше. Лето и арбалета. В данный момент тут нет людей, которые брали, потому что время, блядь, в Москве. Сколько у вас время? А, ты брал у меня? Лето 5.54, ну вот тем более, блядь. Администратор у меня проснется, блядь, в 8. Я сюда зашла чисто заработать 200 рублей себе на покушать. Угу. Лето и арбалета. Кто-то хочет скинуть мне за красивые глазки 200 рублей? А, еще можно купить вход в телеграм-канал, кстати. В приватный телеграм-канал. Арбалета же захочет с кем-нибудь. Вот. У меня? Что за хуйню ты пишешь мне? Иди отсюда, пожалуйста. Ты мне набор слов твой вообще не катит, как ты знаешь. Лето и арбалета. А где люди? Почему у меня, блядь, 5 человек живых? Если не ошибаюсь. 5. Не ошиблась, ладно. Лето и арбалета. Раскидываю гетто. Бля, это что за бред? Не надо мне тут эти песни петь. Почему я песни пою? О, нихера у меня уши торчат. Комплекс. Все, комплекс нахуй. Нет, в реальности не встречаюсь. Лето и арбалет. Хотя, кстати, вот с реальностью могла срабатывать больше денег. Но нет, спасибо, не хочется мне. А не хочу. Лето и арбалета. Сука!